усталый без меры, не дает покоя мне вопрос. Но кому же, как не инженеру, за коровой убирать навоз? Это наш поэт, он же прекрасный человек, Сергей Серков из Вологды. Он мне подарил книгу, вот такую же, как вы подарили. Вот, друг Немытов, такую же книгу подарили. Я вот там взял и вот такую вот это. Кому, как не инженеру, за коровой убирать навоз? Сейчас я вам объясню, что я имею в виду. Вот. Дело в том, что когда мы убирали за коровой навоз, у меня было два, гордо говорю, не стесняюсь, у меня было два бычка. Вот, у меня было 15 кур, да. Вот. Значит, я убирал навоз, да, убирал. Вот. Но дело было вот в чем. Я не буду на этом акцент делать, но я на каждом этом буду просто коротко. Вот читайте, вы уже знаете, что такое, когда яички остаются в теле младенца, он становится бесплодный. И это практически не отличается, когда яички прижимают тело специально. Вот, уничтожая мужчин. Поэтому это вы уже поняли. Я теперь просто читаю и все. Чем отличаются мужчины прошлые и теперешние? Мужские качества размылись, надо было написать уничтожить, с помощью памперсов. Почему? Не развиваются половые железы у детей. Мы все умели любить, строить, работать на износ. Вот, в современное время. Однажды я ехал на машине, подобрал мальчишку, лет 20, для меня мальчишка. Он сел в машину и заплакал. Знаете, что он мне сказал? Я говорю, что ты, почему ты плачешь? А я жалостливый по натуре. А сейчас моя жена с постели с мужчиной, с другим. Вот. Поняли, да? Не буду дальше там рассказывать, что это ты какой-то слюнтяй. Много лет я разгадывал величайшую тайную трагедию страны. Откуда отупение всей нации и инфантилизм. Главное отличие нас из прошлого века. От вас у нас не было памперсов. Спасайте мальчиков от памперсов и тесных плавок. Однажды об этом скажет президент России, лучше бы нынешний, а хотя бы новый. Если успеет. Вот что я хотел сказать. Страшная судьба нас ждет. Мне тут когда этот самый... есть тут письмо, да? А оно будет ниже. Ладно, может быть, его быстренько найти. Нет, придет пора, расскажу. Расскажу. У нас все министры памперсники. Ладно, пойдем по порядку.